Добрый день, уважаемые зрители. Канал ТВ Лайф начинает вещание в прямом эфире. Мы ведем трансляцию из Санкт-Петербурга. Сегодня здесь, в Петербурге, проходит марш против ненависти. Фактически это антифашистский марш против любой ненависти. Акция против любой ненависти, против фашистов, против фашизма, против ксенофобии, национализма, религиозной ненависти, половой, социальной, любой ненависти, сексуальной. Насколько я понимаю, в этот раз акция очень сильно будет посвящена украинским событиям, агрессии России против Украины. И, конечно, той истерии, которая идет по телевидению, когда российские граждане активно настраивают против украинских граждан. Акция эта проходит уже много лет, с 2004 года, после убийства Николая Геренко, который был ученым, который боролся против фашизма. Фашизм, боролся против фашизма. Вот фашисты его убили. С тех пор в памяти как бы о нем вот проводится такая акция. С каждым годом акция все больше и больше зажимается, укорачивается маршрут, все меньше и меньше. В этот раз будет совсем маленький маршрут, будем ходить по кругу. Вот здесь от биржи, вот здание биржи на стрелке Васильевского острова. И по не очень большому кругу и опять вернемся сюда же, на биржевую площадь. Баннер. Пока еще время шли, движение начнется, скорее всего, в 14 часов. Пока есть такая возможность, вот здесь вокруг огромное количество полиции. Раньше, в предыдущие годы, маршрут был достаточно длинным. Ходили от метро Спортивного, от Юбилейного, по набережным, через мосты. Но постепенно поджимали, и вот совсем поджали марш. Походка несколько неприятная, холодно. Сильный ветер, и вот сейчас же пошел мокрый снег. Ну, сейчас здесь видно примерно человек, наверное, 300. Что во время трансляции вот есть возможность писать комментарий. Этот комментарий появляется у меня на экране. Если будет возможность, я прочитаю и отвечу на ваши вопросы или прокомментирую. Ну, минут через 5 уже начнется движение колонны.
Митинг тоже в этот раз не разрешен. Обычно колонна шла-шла и доходила до площади Сахарова. На площади Сахарова проводился митинг. Очень символическое место, памятник Сахарова, академика Сахарова. Но теперь это запретили. Приняли новый закон, где можно запрещать митинги в определенном месте. В данном случае это около университета Санкт-Петербурга. Так, ну пока колонна не пошла, давайте посмотрим, тут может быть это плакатики. Хотя бы бегло. Я думаю, потом еще после марша посмотрим. Вот здесь еще украинские флаги вообще. Так много, да? Тесновато. Вы их убирайте. Сказала Диану. А у вас это что за девочка? Что это? Да. Будет? Идет трансляция, идет. Нет, а можно будет скачать? Да, да, конечно. На Эхо Москвы зайдите потом, там все есть. На Эхо Москвы? Эхо Москвы зайдите, да, в блогах. Когда пойдете? Через минуту буквально. Вот, хорошо. Сейчас маленькая пауза, тогда с тобой.